Одним из тех, кто участвовал в Сталинградской битве и видел все собственными глазами, является наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Сегодня Василий Васильевич принимал гостей и поздравления в честь памятной даты. Васильевич, можно? Конечно. Поздравить ветерана Великой Отечественной войны Василия Васильевича Вертеля 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве пришли глава Славянского района Роман Синеговский, глава города Александр Берсенев и председатель районного совета ветеранов Вячеслав Салмин. Они поблагодарили его за личный вклад в общую победу над фашистской Германией и пожелали здоровья и долгих лет жизни. Кстати, в августе этого года Василий Васильевич отметит 98-й день рождения. Ветеран был тронут таким вниманием. Главное, что вы не забывайте, это самая большая радость. Спасибо, дружище, спасибо. Больше ничего не надо. На фронт Василий Васильевич ушел в 41-м году и провоевал до конца войны. Был четырежды ранен, награжден 2 орденами Красного Знамени, 3 орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Был участником 3 парадов в Москве. Василий Васильевич служил в разведке. В 1942 году его дивизию перебросили под Сталинград. Бои там были настолько кровопролитные, что за считанные дни от дивизии, а это около 12 тысяч солдат, в живых осталось только 360. От Сталинграда Василий Васильевич дошел до Кенигсберга. Географию своей страны, а также Украины, Белоруссии, Европы знает не из учебников и карт. Он по всем этим землям прошел собственными ногами. Участвовал в освобождении десятков городов и сел. Он настоящий солдат Великой Победы. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».